Сегодня бы хотела рассказать и показать вам мой вечер после школы, то есть примерно 6 дней в неделю проходит именно так. Чаще всего я обедаю вне дома, поэтому когда я прихожу уже домой, я скорее хочу всю школьную форму снять, все аксессуары и поскорее надеть мой свитер. И, конечно же, яркие носки. Это очень важный фактор для хорошего настроения. И да, затем я иду мыть руки и подогревать воду в чайнике, потому что на улице уже довольно холодно, и все, что меня согревает этой осенью, это свитера и, конечно же, горячий чай. Далее я беру свою самую большую кружку из Starbucks и делаю супер вкуснейший чай. Все, что нам нужно, это черный, самый обычный, только что заваренный чай, горячая вода, затем я добавляю туда мед, имбирь и лимон. И я иду в комнату, открываю компьютер, проверяю все свои социальные сети. Чаще всего, конечно же, я проверяю социальные сети в телефоне, потому что я привыкла. А в компьютере я разбираюсь в своей новой программе, которую я установила недавно, это Premiere. И также делаю какие-то доклады, если мне нужно сделать по учебе или еще что-то. После всего этого у нас следуют водные процедуры. Я использую шампунь, кондиционер, маски для волос. После душа я использую какие-нибудь крема. Задуваю свечи и ложусь спать. Так что, если вы смотрите это видео утром, то доброго утра вам. Если вы смотрите ночью и вечером, то я желаю вам доброй ночи и спокойной ночи, сладких снов. Я не знаю, что еще желают. Но мы с вами увидимся в следующем видео. Я вас люблю. Пока!